Евгения Редникина и Мария Васикова – ученицы 9 класса 25-й Самарской школы. Девочки обожают уроки русского языка и литературы, поэтому прекрасно владеют словом. Рассказывают, чтение книг и уроки грамматики не прошли даром. Школьницы стали победителями конкурса сочинений. Евгения считает, что лучшая основа для работы – это яркий пример из личного опыта или жизни родных. Я писала о Волге, потому что мой папа признался моей маме в любви на берегу этой прекрасной реки. И это было моим вдохновением. Чувствую небольшое уже такое волнение, так как это уже не первый раз, и большую радость за то, что я смогла. А вот Мария уверена, хороший текст может получиться только под руководством опытного наставника. Мы с моей учительницей после уроков дорабатывали сочинения. Если были какие-то ошибки, она их выделяла, потом я приходила домой, их исправляла и приносила заново сочинения. В Самаре подвели итоги 7-й Всероссийской детской творческой школы конкурса «Портрет твоего края». Организаторы предложили юным авторам реализовать свой творческий потенциал в 5 номинациях. Это такой конкурс, который в век компьютеров и сотовых телефонов дает возможность ребятам показать свои эмоции, свою любовь к родине, к своему родному краю, сказать спасибо своим учителям, своим мамам, папам. По словам педагогов, готовый текст должен откликаться в сердце и душе автора. У такого сочинения шансы на победу значительно возрастают. Если тебе нечего сказать, если внутри нет любви, то и написать будет сложно. А если у тебя есть этот огонек внутри, есть какие-то знания, то тогда тебе будет намного проще. Городской этап конкурса был организован при поддержке Департамента образования администрации Самары. В этом году победу одержали 6 учеников областного центра. Они получили дипломы и благодарственные письма. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.